И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, а мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy VIII. В предыдущей серии мы с вами по большей части просто плутали, но все-таки отправили Рино, Сквола и Селфи в космос. И, в общем-то, вернулись в Эстар, где проблем прибавилось немного. В общем-то, сейчас нам нужно на время добежать до одной из трех точек высадки на Лунатика Пандору, в общем-то. И я надеюсь, что мне это получится сделать, потому что на моей памяти у меня как-то это все очень тухло получалось. И, к сожалению, ввиду того, что у нас колдунья, мы не можем ей привязать ничего. Мы ей, конечно, можем привязать, но это плохая идея. Потому что, когда она отвалится из команды, вдруг все отвалится с ней. Не хочу такого, поэтому будем бегать так, вдвоем только фактически. Но это не важно, на самом деле. Можно, кстати, поменять связку, наверное, сквола лошечную на Ервина, чтобы у него и жизик побольше было. И просто нам нужно... Кстати, квадратик. Ага. Нам нужна вот такая вот штучка. Короче, вот что здесь появилось теперь в городе. И это все у нас отнимает очень много времени. Мы, конечно, попробуем все это зашатать по-быстрому. А между какой минутами? Между 15 и 18, по-моему, да? Или что-то вроде того. Сколько тебе нужно, чтобы умереть, а? Все, отлично. Слушайте, вы так радуетесь долго. Давайте вперед уже. Клык дракона. Клык дракона! Мне нужен был клык дракона. Офигеть, как вовремя. Так, бежим дальше, быстрее. Так. Так, черт. Подожди, сейчас. Ребята, вы живы? Кто-нибудь, что-нибудь? Так, я не помню, не помню, не помню. Куда мне бежать? А, вот она. Все, отлично, мы дошли. Или это не она? Нет, не она. Очень похоже. Или она, или не она? Нет, она, все, мы дошли. Ладно. Получается, нам нужно ждать. Это же она, это же эта точка, правильно? Смотри, все то же самое вроде, да? Я же не совсем куку. Ну вот, первая точка связи. Мы же на ней? Мы же правильно? Короче, я сейчас тут сохранюсь и поставлю на паузу, дождусь, пока подойдет время. Хотя, может быть, оно и не нужно. Стой! Лунатик Пандора. Что с тобой делать? Не помню, нифига. По идее, вот она, мы здесь. Все чики-пуки. Что делать? Алле, гараж. Моя тут. Моя хотит тебя. Иди сюда. Что с тобой делать? Стой, куда полетела? Может, и не добежала до куда-то. Да нет, она. What the fuck? Она мимо прошла уже, что-то. Да, японские городовые. Или чё? Или куда? Или как? Ты живой? Ты кто вообще? Так, подождите, может быть, я чуть-чуть не добежала? Может быть, оно тут было справа? Нет, это третий переключатель. То есть это в самом конце будет фактически. А, мы все-таки профукали, да? Так, подождите тогда. Я что-то не понимаю. Первая точка связи. Вот, мне написано же. Русским языком, правильно? Может, где-то здесь надо встать? Что сделать-то надо? Я ж где надо, вроде. Короче, как-то это все непонятно. А, нет, я, наверное, не там, где надо. Я, наверное, чуть-чуть южнее, да, от этого места. Сейчас попробуем до второго добежать. Или все-таки успеем. Ой, уйдите, ради бога. Я даже не буду с вами драться. А, хотя нет. Ладно, тебя я зашатаю. Может, убить его. Ну, что так долго? Все, бежим, бежим, хватит радоваться.
Ладно, ладно, я за вас очень рада, что вы рады. Но давайте вперед уже. Чуваки, тут так спокойно стоите. Чё, кто ушел? Я как-то не там бегу. Это третий переключатель. Мне что, тут до посинения, что ли, стоит ждать? Вот же первый. Чувак, куда ты бежишь? Ох, господи, как все тяжело-то. Вот если я тут... Да идите вы в пень. Как-то оно все странно работает, если честно. Ну, убежать. Быстрее убежим. Не хочу с ними драться, еще потом радоваться победе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как это все душно. Так, нет. Все не то. Я ненавижу Стар. Я не совсем понимаю, что от меня хотят. Точнее, я понимаю, что от меня хотят, но мы же вроде были в том месте, как бы, где все должно было быть хорошо. Сейчас фактически... Не, подождите, мне так не нравится, я не понимаю. Вот оно, то место, где, которое мне нужно. Вот она летит. Какого хрена происходит? Пандора, стой! Или мне нужно было ее встретить где-то там? Что мне надо сделать было? Я не понимаю. Я просто даже не помню, как это все сделать надо. Если серьезно. Так, подожди, давай вперед попробуем. Ой, уйдите. Надоели. Какие они душные все-таки. Уйди. Давай уже. Может, Эрвину действительно воткнуть сколу лошечную? Вот он, кстати, второй переключатель. Может быть, реально вот здесь вот дождаться? Потому что, по-моему, именно вот эта вот зона, это вторая. Я помню, там были вот такие две дороги. Это вроде она. Ну ладно, попробуем дождаться тут. Тогда я в паузу ухожу. Хаба-хаба. Что-то происходит. Я надеюсь, мы стоим там, где надо. Ой, не туда зашла. Пардоньте. Аж перенервничала и не туда зашла. Мне как бы показывает второй переключатель, но почему-то показывает картинку, которая мне нафиг не нужна. Мы же вроде там находимся, где нам нужно. К тому же, вот нам говорят красненьким подсвечено то, что мы там, где надо. Я правильно понимаю? О-о-о, зачем я бегала? Короче, здесь все это как-то очень странно происходит. Не знаю, может это все из-за перевода, я что-то не вдуплила. Хотя вроде все как бы просто и понятно, но что-то как-то... Мы же были вроде там, где нам нужно было быть. Странно, это как-то все работает. Ой, да убейте ее уже. Я вас умоляю. Зел, вся надежда на тебя, давай. Давай, где ты, Пандора? Где она?
почему ее нет здесь? Здесь странные вещи появляются. Мы же где надо? Нам же эту картинку показывали второй, да? Правильно же? Короче, я сейчас психану. Я правда не понимаю, почему не работает, потому что мы были на той картинке, которую нам показывали сперва, правильно? Правильно. Пандора мимо пролетала? Пролетала. Ничего не произошло. Что, мне что-то надо было сделать или что? По идее, я бы ничего и не смогла бы сделать, наверное. Потому что она была как-то слишком далеко. Следовательно, это был не совсем центр. Но картинка прям была идентична. Ну, почти, но по-моему, это была та точка, которая нам была нужна. Я помню, у меня были проблемы с этой Пандорой. И даже сейчас нам говорят то, что у нас третья точка, а картинка до сих пор не поменялась. Вот как это объяснить? Ну и плевать, я буду стоять здесь. Вот почему пишут то, что первая точка связи? Когда это не первая. Я, короче, уже ничего не знаю. Я не понимаю, как это работает. Между рынком и дворцом, правильно? Рынок внизу, дворец вон впереди будет сейчас. Второй переключатель. Мы там только что были. Нам показывают то, что, блин, второй. Мы там только что, мать его, были. Пойдемте обратно, чё? Где он там был? Я тихо ненавижу, честно говоря, все это дело. Ой, ну вот давайте без этого. Ну, блин, вот что я... Вот мне еще минуту бы там постоять, и все. Уйди отсюда, ради бога. Сейчас я вас... Ой, господи, как это долго. Один, за что? Зачем? Ну, что тебе не имелся? Ну? О, как я все это не люблю. Давай речь, я тебя умоляю. Падайте, уже умираете, все, я побегу дальше. Еще радоваться будут. Угу. Давай. Господи. Не хочу я играть в карты. Что это за рандомные слова здесь вообще появляются? Что это? Что вы мне показываете? Пандора! Да иди ты в пень, господи. Так, хорошо. Это где было? Тут было, кажется. Господи, я потерялась. Я забыла, где эта проклятая вот та вот штука. Представляете? Ой, господи. Ой, как я ненавижу все это. Как я все это, мать его, ненавижу. И я сделаю вот так, пожалуй, потому что я раздражаться начинаю. Я ненавижу Стар. Я его просто ненавижу. Всеми фибрами своей никчемной души я его ненавижу. Что тут? Я ненавижу Стар настолько, насколько это вообще возможно. Теперь, думаю, вы понимаете, почему. Вроде здесь ничего сложного, но, блин, как же он меня бесит. Так, подожди, что тут слева? Может, это это место? Может, это правда вот это место было? А, да, кстати, это место, по-моему. Забавно. Ну, давайте мы вас зашатаем. Потому что я видела разницу между картинкой то, где мы стояли, там... Розовая такая полоса была, думаю, как-то она не вписывается, но думаю, может, ее как бы не включили. Ладно, не важно. Я все равно ненавижу Стар.
это... Потому что вот сейчас уже больше похоже на правду, да? Чё, кто ушел? Так, где ты там, Пандора? Я уже, вот я реально стою там, где надо. Вот теперь точно. Даже если посмотреть вот по вот этим вот полукружкам. Пандора, где ты? Не раздражай меня. Появись уже. Я тебя умоляю, появись. Где она? Сколько мне тут еще стоять? Что не так? Ну где она? Я не понимаю. Я стою там, где надо. Вот теперь точно. Когда она долетит уже? Пандора? Где ты? Не знаю, может, нужно дождаться вот пока до стрелочки дойдет. Я потому что, во-первых, ни черта не помню, во-вторых, мне бесит вообще все, что связано со старым. Даже несмотря, что этот город выполнен в голубых тонах. Он меня бесит, я не могу. Меня вообще полностью третий диск Final Fantasy VIII раздражает. Потому что, блин, здесь столько проблем. Ну чё, ты прилетишь там когда-нибудь, не? Где ты? На! На! Всё? Слава богу. Мы собираемся забраться на эту штуку? Здрасте. Так, хорошо. Сейчас их быренько ушатаем. Я просто думала, что достаточно добраться до места, и как бы, когда она будет как-нибудь рядом, скажем так, или в поле зрения, уже как бы они сами все сделают. А нужно было просто дождаться, пока время подойдет к стрелочке. Мне почему-то показалось то, что эти стрелочки указывают временные промежутки. И не более того. Оказалось, вон и чё. Но и Star меня все равно бесит. Но музыка вот в Пандоре мне нравится, ничего не могу сказать. Так, метеор. Так, куда нам? Я не помню, кстати, какие тут враги, что тут делать. Я надеюсь, нас не ушатают за счет того, что мы только вдвоем с Ирвином с привязками. Не хочу давать колдунь никаких привязок. Мало ли чего. Просто мне как-то казалось, что мы можем поменять. То есть исключить ее из партии, но что-то как-то она не исключилась тогда, помните? Может, сейчас получится? Хотя. Только обмен комбинации. Ну, то, что сохранишь. Если здесь будет не сохраняешь, я попробую ее поменять, потому что ну, как бы. С ней как-то ходить не айс вообще. Я не помню, чтобы я с ней тут ходила. Ладно, прежде чем юзать святость, я ее, пожалуй, передам. Все отлично.
Сквол она пригодится больше. Знакомый коридор, да? Не в них ли был когда-то лагуна? Так, ну кто еще по моей душе? Кто, господи? В общем-то, если вспоминать, опять же, все эти сновидения про лагуну, помните, он ходил по этим коридорам, и здесь было очень много истарских солдат, и так как наши ребята были на тот момент галбадианцами, они с ними сражались. И, в общем-то, доктор Один говорил то, что 17 лет назад Лунатик Пандору выкопали. Это фактически как эдакий аналог летающей пирамиды. Назовем это так, это хоть это и не пирамида, я думаю, вы мысли мы поняли. Ну, в общем-то, теперь Лунатик Пандора в Истаре. Но голубзянцы до сих пор здесь. В сумме, если смотреть. Так, что тут? Нет, не хочу я туда пока. Я, по-моему, зря сюда пошла. Мое тело, не могу двинуться. Все, да? Черт, по-моему, неправильно путь выбрал. Нужно было сперва туда сходить. Черт, убейте меня, но не дайте ему уйти. Теперь нам лучше отступать. А, точка слез. Пошли назад. А у нас тем временем на Луне очень весело. Упоротость вообще страшная. Смена обстановки кардинальная, конечно. Приближаются три капсулы, будем принимать? Конечно, а ты что предлагаешь? Ну, это кто-то особенный, похоже. И кого мы принимаем на борт? Да, думаю, они не доставят нам проблем. Ну и куда нам девать тела? А мне такое чувство, что нам это не нужно. У нас самая лучшая станция из всех. Команда восстановления капсул начнет процесс восстановления. Ну, спасибо за доверие. И почему вы всегда шутите надо мной, а? Я проверю, Адель. Позаботьтесь об остальном, ладно? Да, сэр. Да, сэр. У них есть космос, космические станции, но у них нет телевидения и радио. Всегда удивляла. У них космические технологии развиты лучше, чем наши. И у них нет телевидения и радио. Я, конечно, понимаю, что Истар все это в себе держал, скажем так, только на своей территории. Но тем не менее. Музыка, конечно.
самом деле забавно все это выглядит. И мы прибыли сюда только ради одной Лоун. Инициирование быстро разморозки. Странное чувство. Готово. Закрытие устройства вращения. Так, аккуратно, аккуратно. А можно как-нибудь повернуть экран? А то немножечко неудобно, если честно. Здрасте. Селфи? А. Письмо с видением от посла из Тара. Вау, что это с ней? 17-18. Она мертва? Не трогайте ее. Аллея, гараж. Понимая ситуацию, отнесите ее в медицинскую лабораторию, а мы поговорим здесь. Следуйте за мной. Так, а я могу как-нибудь туда пройти? Чё там? Сквал, куда ты идешь? Ты чё, разве не пойдешь с ней? С ними? О. Может, я хочу выпрыгнуть в открытый космос? Уху-ху. Вот что я хочу. Ты-ды-ды-ты-ты. Так, комбинашки. Так. Наверное, как-нибудь так, да? Ну, наверное. Кстати, может быть... Чтоб совсем хорошо было. Ладно, не важно, все не важно. Отведите ее в комнату, дайте ей отдохнуть. Направо через эту дверь, пожалуйста. Обязательно. У меня, пожалуйста, по шкере по углам, ладно, не против. Вроде точки скрытой никакой нет. Опасная комната, представляете, если стекло треснет. Я поговорил с моей командой, все будет хорошо. Пойдемте в диспетчерскую. Подожди, я могу что-нибудь потыкать? Лучше вам не вредить ей. Хорошо, хорошо. Вы ее рыцарь в сверкающей броне, я все понял. Эй, господи, Сквол. Так, куда мне? Подожди, чувак! Я тут не ориентируюсь же. Я тут 2 минуты как. Вау! Мы справа от Луны. Некогда увлекаться. Загляните на мониторь. Чё-чё? Видите, как они собираются в одной точке? В конечном счете они упадут обратно на планету. Это называется лунный крик. Подожди. Поведение чудовищ становится ненормальным, когда происходит изменение в гравитационном поле планеты. Я думаю, что это воздействует на них так же, как Луна воздействует на поле. Посмотрите на поверхность Луны. Как мне это сделать?
Черт. Да боже, это все монстры? Это мир чудовищ. Тебя не учили этому в школе? Как видите, чудовища группируются в одной точке. История повторяется. Начинается лунный крик. Чё? И чё делать? Help me somebody. Хочешь увидеть Илон? Да. Так, ну я же сказала. Ладно, нет. Комната Илона на втором этаже. Вы можете увидеть ее когда угодно. Это хорошо, побежали сразу тогда. Сейчас мы ей все скажем, что не думаем. Какого фига, блин, мне что... Зачем так усложнять все? Ох, это кверх ногами все. Если печать Адель будет нарушена, кто знает, какой хаос может произойти в мире. 17 лет назад Астар был страной, управляемой злой Адели, и многие боялись ее. Совершенно гравитационный баланс между Луной и звездами делает это место идеалом, идеальным, чтобы запечатать Адель и ее способности. Аккумулирующий механизм сделан из специальных материалов. Он аккумулирует силу Адели и в то же время не допускает внешних контактов. Радиоволны, звук, телепатические волны, переходы, как хотите называйте. Сигналы нашей системы подавления волн настолько эффективны, что радиоволны не могут вырваться с планеты. Если она должна будет возродиться, то начался... Если бы она возродилась, начался бы кошмар, как 17 лет назад. Короче, вот в этой фигне находится Адель, колдунья. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы держать ее под контролем. Смотрите. Президент поторопился провести осмотр лично. Все, что вы видите, это его работа. Невероятно, не так ли? Он способен сдержать Адель. Мы внимательно наблюдаем за ней с тех пор. Ладно. Вы знали, что вы знали Илону с детства, да? Ну, можете пройти. У меня нет времени, блин, уйди отсюда. Илона, зараза. Сквал, я так рада видеть тебя снова. Угу, я тоже. Мне так жаль. Я втянула тебя во все это. Так много трудностей. Расслабься. Я понимаю, что ты пыталась сделать. Мы чем-нибудь помогли? Конечно. Вы были моими глазами. Благодаря вам, ребят, я смогла увидеть, как сильно меня любили. И не смогла изменить прошлое, но просто видение этого было вполне достаточно. Спасибо огромное. Ничего. Я прибыл сюда только потому, что мне нужна твоя помощь. Ты не можешь изменить прошлое, да? Ты можешь узнать вещи о прошлом, которых никогда не знал. И из этого, и из того, что ты узнал, ты можешь по-другому воспринимать настоящее. Ты — это то, что меняется, но не прошлое. Да? Никак нельзя изменить прошлое? Нет, я хочу сам это понять. В общем, проведи меня обратно в прошлое, Крино. Я должен видеть, что произошло с ней. Я хочу выяснить, что случилось с ней. Я хочу попробовать предупредить ее. Ты хочешь спасти ее. Ты не хочешь терять ее. Скола, я не могу. Я не знаю Рино. Я сказала тебе, что я могу послать людей, только которых я знаю в настоящем, к людям, которых я знала в прошлом. Я привел Рино с собой. Она отдыхает в медлаборатории. Пожалуйста, пойдем со мной. Мне так жаль. Тара-та-тара. Стоп, подожди, стоп, назад. Не, подожди, назад, там дверка была. Пу-пу. Пу-пу-пу. Что это за дверка? Вы уже видели эту штуку? Ну, ту хрень с Адель, плавающей в космосе. Мы называем ее могилой Адель. В общем-то, запас воздуха на 20 минут в этих костюмах и 5 дополнительных минут для критического положения. Черт, мне нужен скафандр.
Ладно, не важно. Это все не важно. Может, не собираемся лететь в космос, правда? Чё? Чё происходит? Красная тревога. Красная тревога. Всем частям собраться в лаборатории. Нет лаборатории. Рино? Я проверю. Это все слишком странно, Илон. Тебе лучше подождать в диспетчерской. Ладно, будь осторожен, хорошо? Селфи, позаботься о баллон. Хорошо. Вот молодец, деваха. Без лишних слов вообще. Так, ладно. Рино? Что с тобой случилось? Рино. Куда пошла? Ну, уже даже все. Рино! Сквал, помоги ей! Нет! Рино. Это устройство для деактивации скорлупы Адель. Первый уровень скорлупы Адель деактивирован. Какого хрена кнопка, которая отвечает за деактивацию могилы Адель, находится вот здесь именно, и в свободном доступе. Так что любая девочка без сознания может подойти и тыкнуть, и... Боже. Да твою мать. Смотри, что-то творится на Луне. Что случилось с Рино? Она выходит за пределы с чудовищами. Это полный пинцет. Лунный крик. Если это так, мы определенно должны остановить ее. Если она планирует освободить Адель, то ей нужно уйти отсюда. Уровень второй для могилы Адель находится рядом с ее саркофагом. Какого хрена он находится рядом с саркофагом? Так. Селфи, ты не хочешь пойти со мной? Смотри, Луна!
Чем вот ты летом? Почему они не жрут друг друга, а? Че им на земле надо? Прыщ такой всемирный. Который кто-то выдавил. Че не в космосе должны были все передохнуть еще? И не пройти через... В общем, как они попадают на землю? Это бред! Тонны монстров. Я полагаю, они направляются в пункт слез, ну, в точку слез в Истаре. Тогда это означает, что сумасшедшая Пандора, уже сумасшедшая, находится в пункте слез. Когда это произошло? Вы не видели здесь девушку? А, да, она прошла в ту раздевалку. Да, то, что рядом труп лежит. Это как бы никого не смущает, да? Да, она прошла мимо в раздевалку. Прибила только как бы заодно всех. Рино. Стоять, женщина. Так, скафандр. Чувак, прости. Отдай мне скафандр. А, нет. Черт, нам все-таки придется полететь в космос. What the fuck? Рино. Какого хрена? Куда? Это что такое? Поток монстров сейчас рядом с саркофагом, Адель. Саркофаг Адель может упасть где-нибудь рядом со старым. Почему все происходит одновременно? Это сумасшествие! Как будто все кто-то спланировал. Так, что мне надо сделать? Кто может остановить это? Откройте мне дверь, куда Рино улетела? Волшебница ультимеца. Че дернуть надо? Откройте дверь. Черт! Что-то я не успела долететь, что ли? Я не могу выйти, похоже, мне надо возвращаться. Какого фига? Как-то долго все. О, Сквол, давай быстрее. Я просто не успела, или это так и должно быть, я не помню. Если честно. В этой игре слишком много мелких деталей, которых я не помню. И это мешает мне жить. Ну и чё? Теперь слишком опасно. Нам нужно покинуть лунную базу сейчас же. Мы должны эвакуироваться. Пожалуйста, поспеши к шлюпке. Забудьте обо мне, идите. Президент. Пожалуйста, сэр, мы должны спешить. А-а-а! Нет, нет, я не выйду. Эй, ты, позаботься об Илоне. О, спасите меня, ироды. Та девушка, она не выходит в космос. Не пойдет же в космос, точнее, правильно? Так, ладно, Илона. Так. Боже, начался лунный крик. Рино будет поглощена потоком монстров. Рино, стой! Чё делать-то? Черт возьми, саркофаг будет уничтожен. Может, не надо? Venus.
Рино! Давайте, нужно эвакуироваться немедленно. А что с Рино? Мы не можем ее оставить. Что нам делать? Сквал, ты будешь защищать Рино, не я. Ты единственный, о чем она думает сейчас. Она зовет. Элон, возьми... Короче... Спаси Рино! Блин, я не знаю, как-нибудь. Прошу. Следующий, быстро. Я не знаю, если я отправлю тебя. Не знаю. Короче, верни меня обратно к Рино, чтобы я понял, как ее спасти, траливали. Не очень подходящее место для того, чтобы вырубиться и попасть в прошлое, Сквол. Тебе так не кажется? А вот и Адель. Нет. Сейчас мы запишемся. Короче, я вообще плохо понимаю, что творится на экране, потому что это все настолько как-то труднообъяснимо, что я даже пытаться не буду. Боже. Рина умирает. Я не вынесу этого Элона, ну пожалуйста. Я никогда не чувствовала себя так. Отправь меня к Рину в прошлое. Ладно. Это не может... Это может не сработать, но мы попробуем, да? Давайте резче. Пишите, там нужно. Эрвин, вернись в тюрьму в пустыне. Нет, это приказ твоего отца. Я довезу тебя назад в Деллинг-Сити. А, ты обезумела? Это тот момент, когда, помните, Эрвин пытался ее спасти. Мы должны вернуться и помочь остальным. Когда она его вытащила из тюрьмы, а потом она им старапла ему лицо, и им пришлось вернуться, чтобы спасти всех остальных. Я уверен, что они выберутся оттуда, когда придет время. Ты не можешь быть так уверен. Сквал мог бы сказать, никто не приказывал мне бежать и остаться там. Мы не станем так делать, мы должны помочь. Не наплевать, если я заставлю тебя вернуться. Что ты делаешь, женщина? Ладно, ладно, я поеду, поеду. Так убери свои руки от моего лица!
Кольцо Сквала? Я не знаю, где он купил его. Я хочу такое же. Выглядит здорово, не так ли? Ты говоришь про то с выцарапанным монстром? Да? Ну ладно, если хочешь, я сделаю тебе одно. Мне классно получается. Правда? Конечно! Ну, пусть Сквал покажет мне его для начала. Ну, я не могу этого сделать. Почему нет? Немного стеснительно просить у него кольцо. Ха. О! Не-не-не, ты не о том подумал. Ну, вы поняли, да? Ладно, это было не то. Это было слишком далеко назад. Извини. Позволь, я еще попробую. Где я? Ты... Рино. Это не Рино. О, мой лояльный рыцарь Сейфер. Волшебница жива. Волшебница призывает. Ультимеция? Будущая волшебница внутри Рино? Где Рино? Найди легендарную Пандору, которая скрыта над поверхностью океана. Только тогда волшебница обеспечит тебя мечтами снова. Рино, где ты? Ответь мне. Как прикажете, ультимеция. Сквал, я испугана. Рино! Кто там? А ну проваливай. Рино. Элона? Ты смог выяснить, что случилось с Рино? Мы смогли изменить прошлое? Я не смог ничего сделать, но что мне делать? Я помню эти глаза. Ты только что смотрел на меня такими же самыми глазами. Когда-то, как в твоем детстве. Любопытные, невинные глаза щенка. Я любила эти глаза. Это все в прошлом. Да, это так. Важно, что происходит сейчас. Я наконец-то поняла это. Теперь я должен помочь Рино. Это все, что я могу сделать, правильно? Да, поговори с ней, Сквал. Она не услышит твой голос, но услышит сердце. Ты готов? Я отправляю тебя в недавнее прошлое, в настоящее, самое близкое к будущему. Осталось жизнеобеспечение в системе на 15 секунд. Смогу ли я сделать это? Как? Я не смогу ничего сделать. Дрейфовать бесконечно. Я беспомощен. Или я беспомощна. Хрен поймешь, про кого это. Стало жизнеобеспечение ноль. Скорее всего, это все-таки Рино. Да, это Рино. Я беспомощна. Нет.
Я... Это все. Я... Я умру. Жизнеобеспечение уже закончилось. Мы это поняли, когда нам, по-моему, сказали ноль, да? До свидания. Сквал. Рино, нет. Не сдавайся. Ты слышишь меня? Это Сквал. Рино. Рино. Рино, давай, попробуй вспомнить. Рино, я тут с тобой, послушай меня. Я все еще... Жива? Сквал? Как она все еще жива, если у нее жизнеобеспечения уже не осталось? Я собираюсь найти Рено. Тебе вообще была не нужна моя помощь. Спасибо, Сис.
О боже, он пошел? Идиот, тебе ни за что не вернуться назад. Он безумен, у него быстро закончится топливо и жизнеобеспечение, они оба умрут. Космический Титаник, чё? Я так не очень понимаю, что сделала Рино. Она нажала на кнопочку, и как будто бы, знаете, воздух попал в ее как бы, скафандр. Хотя, как бы, откуда? Может быть, она включила резервное вот это вот жизнеобеспечение. Чё, она не сделала этого раньше? Тоже вопрос хороший. Короче, как-то это все очень непонятно. Как будто бы не... Рино, а где ты? Чёрт, надо управлять, я забыла. Так, давай, я найду тебя... Во что бы то ни стало. Давай, я не знаю, как тебе долететь, если честно. Я должен обогнать ее, поймать ее. Легко сказать, понять бы, как это сделать. Давай, 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 давай. Я не знаю, что сделать. Делать я на всякий случай жму X. Даже эта кнопка действия, я не знаю. Пусть будет. Давай. Давай. Рино, чтоб тебя. Давай, 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 давай. Сюда. Рино. Ну давай, ну 30 секунд осталось, ну. Давай, лети ко мне, Рино. Айрис не хочет, чтобы ты попадала в ее землю обетованную. Давай, она будет не очень рада тебя видеть. Давай. 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 10 секунд. Давай, 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 давай. 7 секунд. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Иди сюда, Рино. В такой позе еще мы ее поймали. Сквал, спасибо. Я слышала твой голос. И не могу в это поверить. Ты сделаешь? Не волнуйся. Нет топлива. Мало кислорода. Что теперь, умереть в космосе? Я так беспомощен. Я не могу даже... обнять Рину. И внезапно в космическом пространстве в 10, не знаю, секундах полета от станции 100 500 лет назад пропавший космический корабль. Боже, это... Ладно, я порчу вам все, извините меня, но я не могу, это так странно. Я лучше помолчу. Хотя, конечно, не стоит отрицать того, что это все-таки один из самых, пожалуй, романтичных моментов, в принципе, в серии Final Fantasy, потому что вот этот момент в космосе, эти обнимашки. Я помню, когда первый раз играла, мне это растрогало до глубины души. Кораблик этот, кстати, называется Рагнарок. Странно, выходим. А, ну точка сохранения это стоит того.
воздух. Все в порядке? Не-не-не. Если вы думаете, что неприятности закончились, вы ошибаетесь. Впереди нас ждет ад. Что? Спасибо, Сквал. Ты снова спас меня. Даже не могу отблагодарить тебе. Не волнуйся об этом. Я просто сделал то, что хотел сделать. Что такое? Давай, космическое ухаживание у нас уже было. А? Обними меня! А? О, как всегда напряжен. Давай! Мне нужно знать, что я жива. Жива? Как был бревном, так и остался. Мы все еще не вернулись. Может быть, ты жива пока, но посмотри на наше положение. Ты хочешь жить, верно? Ты хочешь вернуться и увидеть каждого, да? Ну, а не стать, да, для воспоминанием для других. Это точно. Ну, в общем-то, космическое ухаживание у нас действительно было. Уф-уф-у! Может быть, на этом корабле будет еще что-то помимо ухаживания, кто знает. А, в общем, я предлагаю на самом деле на этом моменте остановиться здесь. Остановить серию, потому что впереди, как я уже сказала, нас ждет боль. А, да, в общем... Я надеюсь, что это, пожалуй, наверное, самая романтичная серия в этом прохождении. Вам понравилось? Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию и узнать, что же там будет дальше. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.